повезло, в Астрахани начался дождь. Расплескалась синева, расплескала. 15 минут прятаюсь под козырьками. В Астрахани нет традиции носить зонты. Не привыкли даже к дождям люди. Под дождиками все бегают просто так. Трудно сказать, что более величественно, сам театр или окружающий его забор. Забор очень качественный. Анют, ты видишь? Торгово-развлекательный центр Декстер. Дисконт, шопинг и досуг для всей семьи. Распил. Торгово-развлекательный центр Декстер. Полный распил. Распил и раскрой. Да. Зирные коросики, зирные коросики по морю плывут. Зирные коросики, зирные коросики воду пьют. Плюшка. Садитесь. Понравился парк, Юлия? Интересный, да? Комарики только здесь летают. Вот он, астраханский идеал. Вот идеал. Не все стекла в окошках есть. Красивый, смотри, как здесь открыто. Да. Мы фоткали, кстати, я помню эту улицу. Да, у нас здесь ПК было, если заброшки, смотри. Аккуратно, нет. Типическая поволжская постройка. У Балаков в таком доме дом пионеров, а в Астрахани дом пионеров по соседству. Да. Замковые нагромождения брачующихся. В Астрахани это еще не прошло, да? В Москве, короче, все мосты уже очистили от этой напасти. На Болотной? Да. Там, не знаю. Там они переносят эти деревья тоже они там... вдоль речки. А потом из них танки можно плевать. Я думаю, что я ради этого все и придумал. Там какие-то пошлые песенки поют. Девки смешат. А девки смеются на улице. Звезды из анютиных глазок. Ай, комары. Заменили батарейку. Со свежей батарейкой пойдем в Кремль. Илюша проверила замочки. Вроде все в порядке. Кремль! Пойдем? Пойдем. Сейчас Астраханский Кремль очень красивый. В отличие от московского, в него можно легко попасть. Кстати, сегодня праздник День защиты детей. И поэтому скучу даже караул. С тобой ходили вот туда, там какие-то тоже были крушейные кружки, да? Да, не, вот там камера была. Там тоже обучают? Да. Это все время специальное образование? Да, да, да. Смотри, какие машины. А как специальность называется? Палач-технолог. На электромобиле объезжаем всю территорию Кремля. Хотите, поехали, 100 рублей. Если бы порулить там дали? Нет, порулить есть водитель. Смотрите, сувениры наши астраханские. Все это вручную делается, все своего местного производства. Монету можете сами сделать на память, быть вашего производства монетам. Спасибо. Жирафин классный. Угу. Жираф красивый. Исполином из камня главой ты вознесся золотою. Белокаменных стен твоих высится мощь и оплот. Ты стоишь величавый над Волгой великой рекою. И народ о тебе свои лучшие песни поет. Золотые купола Кремля колокола слышны из сердца города до дальнего села. И звуками полна несет их вдаль волна.
Вот храм. Вот этот храм. Успенский кафедральный собор 1698-1710 годов. Здесь был дом офицеров, и я сюда ходила на курсы кройки и шитья 2 года. Чего такое, Илюша? Илюша, понравилось тебе что-то? Моя хорошая. Цветочки увидела, лапушка. Ну, тема такая, земноводная. Мальчик денежки собирал. Угу. Обе хвост, лошадиная башка. А там мальчик был с книжкой. Юля, смотри-ка, коняша. Смотри, какой хороший. Видишь? Ленинская площадь и, собственно, виновник торжества Владимир Ильич. Я на вишенке сижу, Илюш, не могу накушаться. Деда Ленин говорил, надо маму слушать. А если пройти вон в те ворота, там будет тюрьма Белая Лебедь. Белая Лебедь? Это для тех, кто маму не слушался. Социальная реклама от Лукойла. Чистота Каспия – дело нашей чести. Мы сейчас заплачем. Победа будет за тобой. Лукойл, Динамо, Динамо, Лукойл. Где б не сражались волжские посланцы, девиз один мяч в сетку только так. Все хорошо, в Астрахани это клубника. 50 рублей за стаканчик. 150 за килограмм. Вкусная. Очень. Правда, вкусная. Целенькая, ни одной помятой. Так, мы здесь перейдем, они. Стрекоза. Стрекозиные глаза. Вот он, знаменитый магазин «Городок», он же «Корабел». Аэропорт города-героя Астрахани. Готовимся лететь обратно. Поездка довольна. Рыбы набрали. Клубники поели. Маленько даже загорели. Юляшечка довольна, у нее даже отсыхает болячка. Царапинка на носу. Да? Знаете, все хорошо. Ну, все хорошо. Все, маленькая.